Что вы делали, когда станция закрылась? Я искал работу, заботился о матери, думал. И о чем вы думали? В Кармаке происходит много аварий. Поэтому нам нужен посредник. Вы понимаете, что это за должность? Думаю, вполне понимаю. Я горжусь тобой, Фрэнк. Новый посланник в Кармаке. Доброе утро, Фрэнк. Твои визитки. У меня есть секретарь. Секретарь? Да. Все по-разному переживают горе, по-разному реагируют. У тебя всего один шанс. Чем меньше ты скажешь, тем лучше. Вам придется общаться с людьми в самые тяжелые моменты их жизни. Что делает посредник? Посредник сообщает новости. Что произошло? Они попали под поезд. О чем это вы? Он только ходит по дому в своем черном костюме. Ну да, аварии не было уже пару недель. Это же хорошо. Я не хочу из-за этого потерять работу. Все сведения конфиденциальны. Все, что ты услышишь, тайна. Да, ты не представляешь, Стив. О чем ты? Мне нельзя рассказывать. Извини. Вот и Фрэнк Фаррелли. Ищет пострадавших. Да, и что ты сделаешь? Сейчас ты не посредник, а свидетель. Тебя что-то беспокоит, Фрэнк? Я похож на человека, который приносит плохие новости. Может, он еще что-то чувствует? Я глаз не сомкнула, так беспокоилась. Я уже не знаю, с кем ты и где. Тебя просто проверяют, Фрэнк. Это было легко. Вот так. Пока в деле слишком много неясностей. Порой я задумываюсь, что такое несчастный случай. Где ты был? Не твое дело. Фрэнк, на этот раз новости сообщают тебе. Это ты во всем виноват, ты приносишь несчастье. Фрэнк, что ты наделал? Посредник.